привет всем, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу и сделаю обзор на ролл с угрём из кафе Япоша. Мы пришли сюда на бизнес-ланч и решили взять новый ролл, который я еще ни разу не пробовала здесь. Ролл с угрём. Значит, особенность этого ролла в том, что, во-первых, он гигантский по сравнению с... Поставь рядом с теми. Да, ну да. Вот, он как бы больше, да, намного, чем... Большой, раза два больше. Да, вот он больше, чем другие роллы. Вот, и фишка его в том, что он почти что подается как горячий. Вот Коля его сейчас попробует впервые. Большой. Нравится вкус? Очень необычный. Ощущение, что это просто жареная рыба. Коля показал, что это жареная рыба. Но вообще, да, у него такой вкус, как будто вот это черная шкурка, как будто бы это шкурка рыбы. Панировка. Да, панировка. Рыба в панировке. А внутри у него идет авокадо, икра. Где-то сказали, есть угорь, но я что-то не поняла. Да. Где этот угорь? Может быть, он как-то измельчен? Угря не чувствуется вообще. Угря я что-то не нашла. Ну вот, может, вы найдете угря. Приблизим. Особо не видно. Видно вот авокадо, лучок там, в общем, панировка. Может быть, это черная штука, это кожица. Нет, это обычная. В принципе, не знаю. Короче, угря не вижу, но смысл в том, что они называются ролл с угрём, и у них есть маленький привкус угря, вот как раз за счет обсыпки, панировки. Я не хочу, чтобы это было. Маленький прям, мили-мили-мили, пизерный. Вот, но в целом... Они скорее рыбные, то есть это просто как будто вы едите рыбу в кляре, немножко с рисом, немножко с икринками. Вот, вполне вкусно, на мой вкус, мне понравилось. И главное, что они очень крупные и сытные. Сейчас я еще попробую. Кстати, я вам напоминаю, если вы вдруг не знаете, то нужно брать васаби, класть соевый соус и размешивать. Ну, это я отдельно делаю, видите? Да, ну просто чтобы на всякий случай кто не знает. Давайте попробуем их. Не знаю, угря здесь я все-таки так и не нашла. А соус, что за соус? Этот соус похож на майонез немножко с паприкой. Может, это и есть угорь. Может быть, это и есть соус, типа соус со вкусом угря. Да. Вот здесь вот что-то такое торчит, похожее на рыбу. Здесь вот маленькое. Пытаюсь это раскопать. Вот, вот. Археологические раскопки. Угу. Не, ну больше всего здесь чувствуется вот этот вот лук зеленый. Ну, не знаю. Вообще ничего, да. Вполне съедобно. Главное, что очень сытно и очень такие большая порция. Если вы хотите наесться, вот берите ролл с угрём. Он очень большой и сытный. Ну что ж, спасибо за внимание. Пишите ваши комментарии. Пробовали ли вы ролл с угрём? Всем пока!